Всем привет! Меня зовут Филипп. Сидите дома, скучаете? Сейчас я вас развеселю. Слушайте стихотворение. Дни недели в зоопарке крокодил. Гости каждый день ходил. В понедельник к мишке, а во вторник к мышке. В среду к льву, в четверг к бобру. В пятницу двум кенгуру, буйвол уходил в субботу, в воскресенье к бегемоту, а пришел к нему сосед, крокодила дома нет. Всем пока, оставайтесь дома, читайте стихи на МТС.